Приближение холодов стало существенным стимулом для коммунальщиков. И уже сегодня к масштабному запуску готовы крупнейшие теплоцентрали и котельные. Полностью тепловики обновили 11 километров труб. Работы проводились и в жилых домах. Они прошли опрессовку, гидравлические испытания, промывку сетей. Паспорта готовности получены по 3338 домов, отсутствует 82 дома. Отсутствует 82 дома по причине выявления замечаний определенных, которые сейчас устраняются. К подаче тепла готовили не только здания, но и большой штат сотрудников тепловых сетей на случай восстановительных и аварийных ситуаций. Персонал также проходит аттестацию. Персонал также готовится к прохождению осенне-зимнего периода, получая средства индивидуальной защиты. Но вот к некоторым жилым домам тепло может прийти с опозданием. Далеко не все управляющие компании ТСЖ получили паспорта готовности к отопительному сезону. Причина – многомиллионные долги. На днях энергетики обнародовали черный список коммунальных организаций, которые не платили за отопление и свет по нескольку месяцев. Таковых оказалось 12 компаний. Сейчас выясняется, что это за долги, каких размер, суммы понятны. Выясняется план действий по каждой компании индивидуально. То есть есть компании, которые достаточно будет подписать график погашения задолженности, этот вопрос будет снят со стороны энергосбыта и будут подписаны эти паспорта. Есть вопросы, где очень сложная ситуация с населением, и все долги предъявлены, в том числе и в суд, и есть исполнительные листы, но невозможно взыскать, то я думаю, здесь мы будем подключаться и говорить о том, чтобы подача тепла была организована, но опять же шли на какие-то уступки, смотреть, что с долгами. Есть ситуации по неправомерности, как я говорю, действий со стороны управляющих организаций, руководителей. Ситуация сейчас находится на контроле не только руководителей мэрии, но и работников прокуратуры. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Надеюсь, что до среды мы сможем все эти вопросы снять, и то есть город будет 100% готов к запуску тепла. Екатерина Волкова, Вадим Нечаев, «Наше время».